новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. Бизнес-сообщество страны в ожидании предстоящей налоговой амнистии. Поручение о снятии с учета штрафов и пени, наложенных на субъектов малого и среднего бизнеса, дано главой государства в послании. По мнению специалистов, такой шаг откроет большие возможности для развития предпринимательства. Когда начнется акция и какие субъекты бизнеса попадут под амнистию, расскажет мой коллега Алибек Байшуленов. За последние два года у одной из сервисных компаний в Кызылорде накопилось свыше 240 миллионов тенге налоговой задолженности. Долги резко сузили возможности предприятия. Если мы попадем под амнистию, то это станет огромной помощью для нас. В компании работает более 200 сотрудников. Нам необходимо обновлять материально-техническую базу. Налоговая амнистия даст нам возможность исполнить недавнее поручение президента повысить зарплаты нашим работникам. И таких представителей субъектов малого и среднего бизнеса, готовых начать работу с чистого листа, в Кызылординской области насчитывается больше 1800. Общая сумма долгов по налогам на 1 октября составляет более 2 миллиардов тенге. 1 миллиард 460 миллионов тенге – это основной долг, 700 миллионов пени, 60 миллионов штрафы. Для проведения налоговой амнистии мы совместно с предпринимательскими структурами готовим документы по внесению изменений в законодательство. А в Акмолинской области под амнистию могут попасть 2805 налогоплательщиков. Предварительная сумма списания штрафов и пени составляет более 1,5 миллиардов тенге. Налоговая амнистия будет действовать весь следующий год. Под амнистию не попадают крупные налогоплательщики и производители подакцизной продукции. Списание пеней и штрафов также будет распространяться на налогоплательщиков, которые получили отсрочку по уплате налогов или находятся в процедуре реабилитации. Они должны досрочно уплатить в бюджет сумму основного долга. Сейчас в Казахстане насчитывается более 60 тысяч субъектов малого-среднего бизнеса, имеющих задолженность по налогам. Общая сумма долга около 155 миллиардов тенге. Чуть больше половины – это основной долг и 75,5 миллиардов тенге – пени. Алибек Байшуленов, Альхайдар Турлыханов, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область, Хабар 24. В Павлодарской области отмечают значительный рост количества малых и средних предприятий. На конец года, по данным Акимата, их общее число уже превысило 43 тысячи. Объем налоговых поступлений увеличился на 20%. Что примечательно, все больше новых бизнес-проектов реализуют на селе. К примеру, в приграничном с Российской Федерацией Железинском районе, благодаря государственным инструментам поддержки свое дело смогли открыть 25 человек. Репортаж Салуата Тимирбулатулы. Автомобильный доктор. Так по-свойски прозвали односельчане Николая Черноусанова. Благодаря своим знаниям и золотым рукам он может починить любую технику. В этом году 43-летний автомеханик записался на специальные курсы и по госпрограмме открыл свое дело. Рад за дядь Колю. Вот. Дай бог, чтобы у него все получилось, чтобы все срослось. Грузовые, легковые, механика, автоматика. Николай берется за любые заказы. На 3 миллиона тенге льготного кредита он уже купил часть основного оборудования. В планах запустить компьютерную диагностику. А такой сервис на селе сейчас очень нужен. Тем более рядом проходит международная трасса Павлодар-Омск. Желание есть работать в этой сфере, процветать, обслуживать. Расширяться, в дальнейшем открывать рабочие места, набирать людей. О расширении своего бизнеса думает и 34-летний Денис Богусевич. Привет. Пойдет, вот колбаски сделал. Вместе с супругой Мариной Денис сначала открыл небольшой магазин, а на днях запустил мини-производство колбасных изделий копченостей, причем по своим фирменным рецептам. Товар идет на ура. Теперь в планах выйти на город. Хотим увеличить производство. Мы только начали, как бы у нас объем очень маленький, и как бы в дальнейшем, может быть, что-то и надо будет и с сырьем, и со станками, может, какими-то. Ну, как бы пока все нормально, пока хватает. Новое семейное дело открыла в этом году и Инна Парахня. До этого бизнесом занимался супруг. Он работает в сфере пассажирских перевозок. А теперь, взяв льготный кредит под 6%, девушка открыла на селе
салон красоты. Это первый в селе Железинки салон красоты, соответствующий всем современным требованиям и стандартам. Взяв кредит, начинающая бизнес-вумен Инна Порохня сразу принялась за строительство. В итоге всего за год возвели это просторное здание и оснастили всем необходимым оборудованием. Вообще была мечта с детства. Благодаря госпрограмме мечта просто осуществилась намного быстрее. В свое время я арендовала здание. Теперь благодаря этому проекту с нуля построили здание, теперь как бы собственный салон. Население Железинки 6 тысяч человек, и желающих открыть собственное дело становится все больше. В 2018 году прошли обучение 239 участников по проекту «Бастау бизнес». Из них 25 у нас открыли свое собственное дело с созданием новых рабочих мест, 42 человека. Плюс у нас еще получили безвозмездные гранты и открыли ИП 59 участников. Всего в области насчитывается 43 тысячи объектов малого и среднего бизнеса, в которых занято больше 135 тысяч человек. Салават Тимербулат, Ула Марат Игликов и Алексей Мельницкий. Хабар 24. Павлодарская область. В Мангистауской области за годы независимости появились три новых направления железных дорог. Жезказган-Бейнеу, Узень, государственная граница с Туркменистаном, и Буржакты-Ерсай. Каждая из них имеет колоссальное значение для страны и ее транзитного потенциала. Только в этом году по железным дорогам региона перевезено почти 4 миллиона тонн грузов. Это примерно на четверть больше, чем в прошлом году. Мангистауская область – уникальный регион Казахстана. Пожалуй, только Актау обладает таким транспортно-логистическим потенциалом в стране. Это прежде всего морские ворота страны, но не только. Открытие казахстанско-туркменского участка железной дороги Узень-Берекет-Горган 5 лет назад позволило Мангистау стать регионом, обеспечивающим выход и к Каспийскому морю, и к Южным морям. За 11 месяцев через железную дорогу перевезено больше миллиона тонн грузов. Новые населенные пункты, две станции – Бопай и Булашак, а также 5 разъездов – появились на карте независимой республики. Сегодня отдаленная станция Булашак обеспечена пограничной и таможенной инфраструктурой. Здесь проживают 600 человек, 90% из которых молодые специалисты. Нам позволяет перевозить грузы непосредственно с Казахстана через Туркменистан, через Иран, выйти на Персидский залив. Не только увеличивает наш экспорт, импорт, но и транзит тоже. Ну и, соответственно, это поступление в бюджет. В перспективе мы планируем запустить пассажирские поезда между Казахстаном и Туркменистаном. Строительство железнодорожной линии Буржакты-Ерсай тоже когда-то вошло в число крупных проектов по усилению транзитного и экспортного потенциала Казахстана в западном направлении через порты на Каспии. Именно тогда стало понятно, Мангистауская область окончательно сформировалась в качестве регионального хаба на юго-западе Казахстана. За 10 месяцев этого года по дороге Буржакты-Ерсай проехали почти 21 200 товарных вагонов. Год закрываем хорошими показателями. Дорогу обслуживает 26 человек, часть из них работают вахтовым методом. Пропускная способность дороги более 12 миллионов тонн в год. А благодаря железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу на 10 часов сократилось время в пути пассажиров, следующих рейсом Алматы-Мангышлак. А стоимость билета снизилась на 11%. Дорога соединила Запад с центральным Казахстаном. Это самая длинная магистраль, построенная за годы независимости в стране. Благодаря ее появлению были созданы 4 новые станции и несколько разъездов. А 1500 наших соотечественников обрели работу. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангистауская область, Хабар 24. Укрепляет свои позиции и отечественное кораблестроение, зародившееся в годы независимости страны. На защите морских границ Казахстана стоят уже 29 военных судов, изготовленных на одном из уральских заводов по заказу Министерства обороны и пограничной службы. Раньше на предприятии строили катера и корабли водоизмещением до 300 тонн. А сегодня его потенциал позволяет конструировать и собирать крупногабаритные ракетно-артиллерийские и патрульные корабли с суперсовременным вооружением. Четверть века назад в этом цеху выполнили первый заказ казахстанских пограничников. Корпус самого первого прибрежного катера водоизмещением 13 тонн делали вручную. За эти годы мы изготовили 4 единицы для Министерства обороны, 4 для
и остальные для пограничной службы ДНБ. Итого мы сейчас в настоящий момент сделали 29 единиц катеров и кораблей. Современные суда отличаются высоким техническим оснащением. Катер FC-19 набирает скорость до 100 км в час. Он оборудован современными средствами управления, связи и навигации. Ракетно-артиллерийский «Сарбас» оснастили гидроакустической системой. Ежегодно проводится модернизация кораблей и катеров. Вводятся дополнительные комплектующие, дополнительное оборудование. После реконструкции на заводе появилась возможность возводить корабли водоизмещением до 700 тонн. Из-за обмеления Урала были трудности с транспортировкой судов на Каспий. Но в прошлом году заводчане успешно испытали технологическую оснастку для перемещения кораблей по мелководью систему понтонов. Мы сделали такие технологические понтон, по которым можно корабль передвигать и по реке Урал, и выйти в канал, который, так сказать, поднимает корабль, обеспечивает осадку не более 1 метра. То есть это достаточно для того, чтобы пройти по Уралу и выйти, так сказать, туда уже на море. Сейчас корабелы работают над производством пунктов маневренного базирования для пограничников. Это своего рода мобильные пирсы, которые обеспечивают швартовку катеров и кораблей в тех местах, где нет стационарной инфраструктуры. Асель Русалиева, Руслан Газезов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар 24. Две новые погранзаставы Енбек и Жасыл-Тоби открыли на казахстанско-кыргызской границе. Здесь есть все необходимое для несения службы, повышения профессионального мастерства и занятий по боевой подготовке сотрудников. Помимо этого, созданы социально-бытовые условия для проживания военнослужащих и их семей. Информацию об этом распространила пресс-служба пограничной службы КНБ. Коллектив главного офиса Всемирного банка в Вашингтоне поздравляет Казахстан с Днем независимости. С первых дней обретения суверенитета наша страна начала тесно сотрудничать с этим ведущим мировым финансовым центром. Всемирный банк профинансировал 46 проектов в нашей стране на сумму свыше 8 миллиардов долларов и внес таким образом большой вклад в развитие частного сектора, проведение структурных реформ и улучшение инфраструктуры. Поздравляю Казахстан с 27-й годовщиной независимости. Для меня большая честь представлять вашу страну в Совете директоров Всемирного банка. Также приятно наблюдать за очень прочным и отличным сотрудничеством между Всемирным банком и Казахстаном на протяжении всех этих лет. Я бы хотела поздравить всех казахстанцев с Днем независимости и пожелать всем счастья, успехов и благосостояние нашему народу, нашей стране. Мы очень скучаем по нашей родине. Я работаю во Всемирном банке 24 года и очень с гордостью представляю Казахстан. Отношения Казахстана и Израиля уже давно стали не просто партнерскими, а скорее дружескими, считает известный политолог Зиев Ханин. По его словам, у двух наших народов есть много общего, а также немало полезного опыта для обмена. Израиль – это страна, которая построила высокотехнологичную экономику, которая проявляет интерес и казахстанская сторона. И Израиль, несомненно, это является государство, которое пытается выстроить ту схему и модель либеральной демократии, построенной на многокультурности и толерантном взаимоотношении различных этнических групп. Не все у нас в этом смысле получилось, в то же время, как у Казахстана это получилось. Россия, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты отказались поддержать последний доклад ООН по климату. В польском Катовице завершился 24-й климатический саммит ООН. Его окончание планировали еще в пятницу, однако делегаты никак не могли прийти к единому мнению по итоговому соглашению. В конце концов, после 2 недель напряженных переговоров был принят так называемый Катовицкий пакет. Документ, одобренный в Катовице, стал дорожной картой реализации Парижского соглашения по климату 2015 года. Подписавшиеся под этим соглашением страны обязаны сократить вредные выбросы в атмосферу и сдержать до конца столетия повышение средней температуры на планете значительно ниже 2 градусов по Цельсию. В настоящее время она повысилась приблизительно на 1 градус. Когда в зале около 200 стран, то не просто прийти к соглашению по столь конкретному и техническому договору. В этих обстоятельствах любой шаг вперед – большое достижение. А для этого пакета правил вы вместе сделали тысячи небольших шагов вперед. Можете собой гордиться.
Примечательно, что конференция ООН по климату проходила в Катовице, крупном угледобывающем центре Польши. За несколько дней до начала саммита польская Минэнерго объявила о том, что уголь будет ключевым источником энергии до 2040 года. Тем временем выбросы парниковых газов с начала 90-х годов, с тех пор, как начали собираться климатические конференции, только растут. Но все же большинство стран видят в конференции площадку, где можно быть услышанным. Это указывает на то, что многосторонний подход эффективен, и нам необходим многосторонний подход для решения глобальных проблем. Поэтому мы считаем, что эта конференция прошла успешно, и мы успешно выполнили нашу задачу, поставленную нашей страной. Впрочем, не все поддерживают такой подход к решению проблемы. Некоторые мировые лидеры считают, что роль человека в повышении температуры на планете сильно преувеличена. США не участвовали в конференции и отказались вкладывать деньги в противодействие изменения климата. Однако такие масштабные встречи, несмотря на критику, нужны, считают эксперты. В Катовице говорилось о том, что до 2020 года все страны общими усилиями хотят выделить на защиту климата по 100 миллиардов долларов в год. По некоторым оценкам, 80 миллиардов на сегодня уже собрано. Это деньги, которых без климатической конференции не было бы вообще. Теперь у нас четкие правила для прозрачности, для финансирования. Мы сделали большой шаг вперед. Мы также показали, что Европейский Союз стоит во главе движения. Мы на самом деле пытались всех объединить и очень довольны результатом. К тому же теперь в соглашении четко прописано, как страны будут следить за сокращением выброса парниковых газов согласно обещанным нормам, а также как об этом будут сообщать. Гульнара Жандагулова, Хабар 24. В Азербайджане будут ограничивать использование одноразовых пластиковых пакетов. Специально разработанная программа предполагает переход на их платную раздачу в магазинах. При этом заменить фасовочный пакет будет проще простого. Специальные тканевые эко-мешочки уже появились в некоторых супермаркетах. План по сокращению оборота одноразовых пластиковых пакетов планируется запустить со следующего года. Он будет охватывать двухлетний период. Автор уверен, что таким образом можно будет намного уменьшить попадание пластика в окружающую среду. Опыт показывает, что в странах с запретом на бесплатные полиэтиленовые кульки их использование сократилось почти на 90%. По данным комитета статистики, в Азербайджане на одного человека в год приходится около 24 килограммов пластикового мусора. Поэтому нетрудно представить, насколько важно уменьшить выброс пластика и обезопасить окружающую среду. Предполагается запрет на использование тонких полиэтиленовых кульков толщиной до 20 микронов. Как вы знаете, это те самые одноразовые кульки, которые через 20 минут выбрасываются и столетиями не разлагаются в окружающей среде. Следующий шаг предполагает собой ограничение бесплатной раздачи в супермаркетах тех самых полиэтиленовых кульков. Входя из маркета, мы оттуда выходим вместо одного кулька с тремя, четырьмя и в четырехкратном размере, усиливая тем самым негативное воздействие на окружающую среду. Согласно исследованиям, пластиковые пакеты используются всего 15 минут. После же у них начинается жизнь длиной в 500 лет. И делясь на микрочастицы, они смешиваются с водой и землей. При сгорании же на полигонах в воздух выбрасываются вещества, которые наносят вред здоровью человека и вызывают самые опасные болезни, в том числе рак. Мельчайшие частицы пластика на сегодняшний день уже встречаются почти во всех на всех уровнях в экосистеме. И мы можем это увидеть и в рыбе, и в птице, и в каких-то других животных. И в том числе, значит, таким образом они могут попасть и в пищу человеку. Какой вред приносят эти разложившиеся мельчайшие частицы? Конечно, снижение иммунитета, это действие канцерогенного уровня, то есть вызывающие какие-то заболевания, связанные с канцерогенами. Это все, конечно, необходимо сокращать.
Специалисты считают, что сразу от пластиковых пакетов отказаться будет трудно. Тут могут помочь не только госпрограммы, но и сами люди должны быть вовлечены в этот процесс. Заменить полиэтиленовые на экологические упаковки, перейти на сумки многоразового использования, например, на холщовые или тканевые. Потому что это уже не проблема специалистов окружающей среды, а повседневная жизнь каждого сознательного человека. Шафагалиева, Айгюн Гасан, Хабар 24, Азербайджан, Баку. Но тысячи полиэтиленовых пакетов ежедневно используют в Казахстане, а затем выбрасывают, загрязняя окружающую среду. Между тем, в Астане уже появилось предприятие, которое выпускает биопакеты. Они разлагаются в почве, превращаясь в удобрения. С процессом их изготовления знакомился Марк Брюшко. Идея отказа от вредных веществ, которые нас окружают, в пользу экологически чистого сырья в Казахстане появились давно. Одна из больших проблем – полиэтиленовые пакеты, которые не разлагаются в почве. Ежедневно по всей стране используются тысячи таких. Но мало кто знает, что прямо в Астане работает целое предприятие по изготовлению так называемых биопакетов. Они многоразовые и не несут вреда экологии. Простой пластиковый пакет разлагается от 100 до 500 лет. То есть это большая проблема. Он лежит в том виде, как он был изготовлен. То есть это проблема на суше, на море и так далее. Наш пакет, он разлагается, превращается в удобрение. Все начинается с этих мешков. В них находятся гранулы в виде биополимера. Вот так они выглядят в открытом состоянии. Каждый такой мешок весит по 25 килограммов. Этих 25 килограммов хватает на 2000 пакетов в среднем. Привозят сырье из Испании. Процесс изготовления пакетов сложен технически, но его можно описать в нескольких предложениях. Гранулы засыпают в эту емкость. Там они перерабатываются в пленку, которая наматывается на бобины. Ее красят, а затем нарезают. Производительность данного аппарата составляет 240 пакетов в минуту. Это порядка 12 тысяч пакетов за одну рабочую смену. В общем, технологическая линия рассчитана на 5 миллионов изделий в месяц. Наши пакеты, они многоразовые, можно их использовать. Единственное, их нельзя использовать при подогреве пищи в микроволновке. Пока экопакеты можно найти только в нескольких крупных торговых сетях Астаны и Алматы. Но авторы бизнес-идеи планируют охватить как можно больше городов. Отчасти популяризация такой продукции зависит и от самих людей. Каждый из нас может выбрать, какой пакет покупать. Марк Брюшко, Ануар Туикелов, Хабар 24, Астана. Больше 40% тратят на продукты питания казахстанцы. К такому выводу пришли специалисты российского информагентства «Рейтинг», изучив структуру расходов жителей 40 европейских стран, а также Казахстана, России и Турции. Оказалось, что больше всего на еду тратят жители Украины, почти 51%. На втором месте казахстанцы 46%, на третьем жители Молдавии 43%. В России и Белоруссии на продукты тратят меньше, где-то примерно треть всех расходов. В Турции лишь пятую часть, в Германии восьмую. При этом меньше всего расходы на питание у жителей Великобритании 10% и Люксембурга меньше 9%. Эксперты также сравнили траты жителей исследуемых стран на досуг и культуру. В Казахстане эта статья расходов не превышает 2%. Для сравнения, на походы в рестораны в нашей стране тратят на 1,5% больше. Экспорт молочной продукции наращивает сырзавод в Жуалынском районе Жамбылской области. Экологически чистая отечественная продукция пользуется спросом в городах России. Сейчас в соседнюю страну экспортируют 25% молочных товаров. На следующий год этот показатель намерены довести до 40%. На сырзаводе трудятся более 100 человек. Алена Фалашня работает здесь 5 лет. За это время освоила основные этапы производства. На ее контроле посол и сушка готовой продукции. Секрет вкусного сыра прост. Главное – соблюдать последовательность и время, говорит Алена. После варки мы принимаем, потом вот специально бассейны, куда мы закидываем сыр, в общем, он просаливается. Примерно в день около 1,5 тонны мы перерабатываем, сейчас зимнее время. В летний период, конечно, там до 3-4 тонн выходит. Всего на заводе производят 5 видов сыра, молока и сливочного масла. 4 года назад на предприятии провели полную реконструкцию, что позволило нарастить мощности производства. Новейшее оборудование у нас стоит. 2018 год мы произвели 820 тонн сыра, 140 тонн сливочного масла, 4000 ультрапастеризованного молока. 25% произведенной продукции экспортировали в Ростов и Самару. На следующий год экспорт планируют довести до 40% и выйти на рынки Москвы.
Стоит отметить, что сырье в виде молока на завод сдают представители кооперативов и крестьянских хозяйств. Для увеличения поголовья коров молочного направления в Жолынском районе создали 8 сельхозкооперативов, которым на закуп скота необходимо 633 миллиона тенге. Но специалисты одобрили пока 80. На 633 миллиона тенге можно закупить свыше 2500 голов крупного рогатого скота. В этом году на 80 миллионов тенге животноводы приобрели 230 коров. Это приведет к увеличению объемов молока и, соответственно, к росту экспорта продукции. Из Жолынского района экспортируют продукцию два предприятия. Они сотрудничают с Россией, Китаем и Бельгией. Готовые товары за рубеж уже отгрузили на 350 миллионов тенге. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Руслан Хатила, Жамбылская область, Хабар 24. В Уральске начнут готовить животноводов новой формации. Западно-Казахстанский аграрно-технический университет в ближайшее время должен стать координатором развития отрасли. Для этого в ВУЗе изменили образовательную программу. Студенты начинают изучать английский уже с первого курса по системе IELTS, чтобы к третьему курсу свободно получать образование на английском языке. Достигнуты договоренности с ведущими сельскохозяйственными университетами США, Германии и Китая о создании совместных образовательных программ с последующим переходом на двойные дипломы. В частности, казахстанских студентов начнут обучать по франшизе Пекинского сельхозуниверситета и Северо-Западного университета сельскохозяйственных и лесных технологий в Янлине. Эти вузы позволили Китаю сделать серьезный прорыв в инновационном развитии сферы АПК. Начнем с совместных дипломов. С последующим переходом на двойные дипломы ряд наших преподавателей обучаются английскому языку, они поедут на стажировку в эти университеты. Мы приглашаем еще и зарубежных крупных ученых из этих университетов, которые придут будут читать модули здесь. Франшиза, она позволит уже нашим студентам не ездить туда, а уже обучаться здесь. В Восточном Казахстане большое внимание уделяют развитию племенных хозяйств. В одном только Зайсанском районе в этом году фермерам выдали 340 миллионов тенге в виде льготных кредитов. Из-за рубежа уже завезли около 600 голов племенных буренок. С подробностями Руслан Шакабаев. Даулетбек Майкиана занимается разведением племенных животных. Благодаря поддержке государства ему удалось в разы увеличить поголовье. На полученный льготный кредит фермер привез из России 100 голов крупнорогатого скота породы Герифорд. Мы хотим увеличить поголовье этой породы, а после распространить по всем хозяйствам. Коровы дают очень хороший приплод, да и мясо отличного качества. Мы рады, что получили льготный кредит и смогли приобрести крупнорогатый скот. В настоящее время в хозяйстве насчитывается 700 голов крупнорогатого скота. За состоянием племенных животных ухаживают 15 специалистов. Для них здесь созданы все условия для работы, признается фермер. Не забывает глава крестьянского хозяйства и про местное население. В селе был специально открыт магазин по реализации свежего мяса по социальным ценам. По программе Сыбага и льготным кредитам в наш район из-за рубежа завезено 570 голов племенного скота. Так как мы являемся приграничным районом, мы в будущем сможем реализовать мясную продукцию в Китай. Зайсанский район активно развивается. В регионе работает мясокомбинат и молочные цеха. В будущем здесь планируют открыть современные откормочные площадки и даже смарт-фермы. Руслан Шакабаев, Медет Умирханов, Берег Жабалайұлы, Восточно-Казахстанская область, Хабар 24. В испанском городе Альтеа представлен состав велокоманды «Астана» на новый сезон. Он станет 14-м для столичного клуба высшей лиги мирового велоспорта. О том, каким был этот год для наших велогонщиков и какие цели они ставят на перспективу, в материале Гульнары Хасан. 33 победы, 62 призовых места. Вот так плодотворно и ярко завершает год велокоманда «Астана». Дважды на подиум на Джире и Вуэльте поднимался Мигель Анхель Лопес. Велокоманде предстоит насыщенный год. Замечательная работа была проделана в прошлом году, и это мы доказали своими победами. Поэтому я горд, и наша визитная карточка нашей страны, поэтому я рад писать эту историю с нашей страной. И еще раз всем спасибо. Цели на новый сезон – не снизить планку. Команда меняет состав, а с кем-то пришлось проститься. За мной очень много опыта, я очень много получил от этой команды. Я стремился в эту команду, и, значит, моя мечта сбылась. Может, я не выиграл какую-то гонку, но... 4 года было очень великолепные, и сейчас я здесь. Может, опять тяжело? Ты ехал в Tour de France, ты забыл, что ли? Не каждому дано. Ты еще как ехал, помнишь? Еще я рядом проехал.
Официальная презентация нового состава прошла в испанском городе Альтея, где проходит тренировочный сбор Астаны. В новом сезоне 28 спортсменов, 9 новичков. Среди них один казахстанец Юрий Натаров. Остальные велогонщики из Испании, Италии, Эритреи, Дании и Колумбии. Гульнара Хасан, Хабар 24, Испания. Сольный концерт известного казахстанского исполнителя Кенжебека Жанабилова прошел в Астане. Творческий вечер в конгресс-холле собрал сотни поклонников артиста всех возрастов. Свою программу «Таульсиздик Терегим» он посвятил Дню независимости. В нее вошли популярные авторские песни исполнителя. На сцене конгресс-холла также выступили группа «Музарт», Макпал Жунусова, Максат Базарбаев, Серик Ибрагимов и другие исполнители. Я поклонница творчества и Кенжебека, и других солистов группы «Музарт» вот уже много лет. Поэтому не смогла пропустить его концерт. Мы пришли вместе с дочерью. Думаю, так поступили бы многие казахстанцы. Этот исполнитель – гордость казахстанской эстрады. Его творчество уже заняло место в отечественной музыкальной культуре. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале «Хабар-24». Всего доброго. До свидания.